Фраид Кашфединович, села Зерган Милевского района. Мой отец, Муликов Кашфедин Белолединович, родился в 1916 году и в 1937 году призвался в Красную армию. В 1939 году воевал в Финской войне 3 месяца. Там пальцы на ногах были обморожены, кончики ампутированы, но он остался в строю, потом началась Великая Отечественная война. С войны вернулся только в 1946 году. 9 лет он не был дома. Вот. Память от него остались. Вот Орден Славы за отвагу. Вот его фотографии. Это во время службы в армии. Это уже потом фотографии. От него память также остался ложка. Вот здесь отчеканено ГК, 1942 год. Это ему подарил его сослуживец, который потом впоследствии погиб. Потом после армии здесь работал. Последние года работал с 1963 года в военизированной пожарной охране. На пенсию ушел в 1976 году. Член партии. Он в 1945 году, вот в феврале, вступил в партию. Мы гордимся, что он так воевал, пришел, дожил до 79 лет. Вот это последняя фотография за неделю до смерти как раз, через неделю его не стало. Все.